Всем привет! С вами Динара ЛПС. Видите, как видите, сейчас пока новый персонаж. Ну, здесь стояла кошка тогда. Просто я показываю свою коллекцию ЛПС. А это не ЛПС, из-за этого я так взяла. Ну, начнем же. Первое это грызуны. Поехали. Я вам показывала же вот этого Хомку. Еще няха. Обожаю этого Хомку. Итак, первая же у меня это мышка. У нее хвост отваливается. Она шла с домиком. И с вот этим тоже мышка. Второе это шиншилла. Такой няшечка. А это Хамки. Хамка рулит. Воу! Обожаю его. Такой няха. Ой, вы на ту кучу не смотрите. Прошу. Начнем дальше. Кошки. Кстати, у меня всего-то 12 ЛПС. Итак, вот и кошки мои. У меня всего 3 кошки. Кроме этого. Это опоссум. Кто не знает, что за эту кошка. Ну, животное. Что за животное? Это опоссум. Когда его продавали, там было написано. Я даже в интернете смотрела, где купить ЛПС. Вот. Дальше такая няшная киса. Такая вот. Мур-мур-мур. Вот. Дальше вот эта няшная киса без бантика была. Мы сами сделали бантик. Дальше идут собаки. Собак у меня тоже 3. Такая вот, только она без этого идет. Это у меня колечко было. Потом эта няшная собачка. Ой. И вот это Зоя. Простите, это у меня мама была. Дальше у меня идет птицы. Птица у меня одна, такая вот. Чико, зовут его Чико, клюю я вас. Я думаю, она колибри. Такая няшная птичка. Ну, я так думаю. Не знаю. Пишите в комментах, кто это, срочно. И дальше морское животное. Оно одно. Это вот такой няшный крабик. Я крабик. Ну так все. Все мои ЛПС. Сейчас я вам их покажу. У меня их 12. Я вам говорила. Итак, вот все. Сейчас я вам расскажу все мои имена. Зои, Бернис, Джинджер, Мелоди, Рози, Том, Элизабет, какого-то, Джонни, Шинши, Хомка, зовут его так, Хомка, Чико, и Роджер. А я... Это, конечно, не ЛПС, но... Это... Забавные питомцы. Вот. Ее зовут Лиза. Ее зовут Лиза. Такая милая собачка. Ладно, всем пока. С вами была Динара ЛПС. Пока. Пока. Всем пока.